Подруженькам давай ухнем, без милого дожить привыкнем. Итанка, як ты на туя? Мы находимся в селе Юксеево, расположенном на знаменитом Екатеринском тракте. Это село богато своими традициями. Одна из этих традиций – это знаменитый ансамбль полянисток сестер Сизовых, которым рукоплескала Москва и Ленинград. К сожалению, сестер нет живых, но музыкальная династия этой семьи продолжается. Инструментальная традиция компельмяков разнообразна. Это и пу, деревянный барабан, и детские свистульки, чипсаны, дудочки с несколькими отверстиями, это капелян, и струнный инструмент сигудек, шумовые инструменты. Однако самыми любимыми у компельмячек были и остаются пеляны, аналог многоствольной флейты пана из греческой мифологии. В настоящее время живая традиция игры исчезает, но ее бережет компельмячка Анна Григорьевна Петрова, представитель музыкальной династии сестер Сизовых Ираиды Ильиничны, Елены Алексеевны и Антониды Алексеевны из села Юксеево Ковчевского района. По всем за границами они Чехословакии были, везде их так оттаскали. Отец Анны Григорьевны рано ушел из жизни, оставив 7 детей. Самая младшая сестра Анны умерла от голода. Жизнь была очень трудная. Компельмяков спасала военные годы, растительная пища, полевой хвощ, пестики, сныть, пекан по-компельмяцки. Из высушенных листьев и коры липы, картошки и опилок делали лепешки, так и спасались от голода. А из молодого пекана и сныти готовили разные блюда. Из окрепшего пекана, августовского, дудочки. Будмана не пеканная, когда тулоса смещаем, вот кажется, будмушта с какой-то солдат, мы санечкам щоем, вот и все мы гожим нас, когда только за клубой год, когда заптам, солалам пуам, да когда коштам, коштам собрались, а пуам собран, то у нас вся свежая, что рун сечем вкусной, а солалам сейчас пуам, сейчас брашем шуд, вот керан. Научила игре на полянах нашу героиню мама Антонида Алексеевна Сизова. Поработает она в поле, а потом во время обеда сделает дудочки, поиграет, отдохнет. Мама мне 6 лет, но лет я вунду у нас. Вундика я пыралась, воралась, или шаг из-за того, что скоро. Рудки раз я коло жарит, но счет на. Или мы, а попутно с поляной спонтача, сейчас я уже не воштала не, и год, но локта с унда нас, а мне кольта есть еще грудитли, мы с услонищину-то. Вот, мне все уже шутят чули, понда с локну, и вот кута с ум нас просто это скерла, 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 ровня та стырпеля стадь, пенекки нас. И с этим, конечно, на месте с я локти кажу, так уже пыляща не. Теперь уже сама Анна Григорьевна передает свои знания младшей сестре Вере Григорьевне и племяннице Татьяне. Учит подбирать голоса дудочек толстые и тонкие, чтобы те жили дружно, не ссорились. Пожалуйста, уже вас не голосы. Вот эстенкан мастронался. Бора можно вунду, что ж не если куласки вас не голоса. Вот эстенкан уж это подойдет. А это уже не подойдет. Получается, что материал для пылян сныть или пекан и кормил, и веселил компельмяцкую душу. Я вот буду голосом соела, мы оген баса кошелиса. И... Но... И вот мама пыляша, с этим кабратан меня воли Василий нема, с я орса, мне так как идет джамектуну, так бурундук пулан, так как опять змейкайтуну. Сейчас, ёк там, да ёк там, да ёк там, ой.
Интерес к обычаям и обрядам компермяков продолжается. Молодые интересуются стариной. И есть надежда, что вековая народная традиция не исчезнет благодаря таким замечательным представителям народа, как полянистка Анна Григорьевна Петрова. И мы не останемся Иванами, не помнящими своего родства. Лариса Клещина, Юрий Систеров, Митина, Юксеева, Кудымкар.